Понял. Топором как раз. Все, три штуки осталось. Ну, у меня, наверное, топор сейчас сломается просто. Блять, он башкой, ёма, блять, а он и чекает, блять, на первом этаже. Как? Он не на первом, блять, ёма, в спортзале, короче, ёма, блять, головой нахуй. Саня, отработай его, блять. Я же ушел, я же ушел. Не, нет, я... Вот, блять, с нашей стороны, получается, с западной, ёма. Да, не видно. Блять, да, ёма, блять, я просто не понял, я сначала, блять, что такое, а он такой, ёма, блять, куешь ты. Где именно? Объясни, пожалуйста, точное место. Кто с желтой повязки бежит? Минус. Я лег. Блять, Саня, ты что пугаешь, ёбаный рот. Блять! Я уже хотел стрелять. Вы что, повязку не видите, что ли? Блять, да повязка равно, непонятно, просто ты подходишь или нет, ты говори. Я сказал, с гаражей бегу к ЖД. Ну это к ЖД, блядь. Именно он торчал. Ну он в углу, к углу, прям, да, ебай. К углу? Где лестница? Слушай, Саня, иди сюда. Блять, вон он, сука, там. Блять. Где, какое, правое окно или левое? Левое, блять. Сейчас я въебало получу, походу. Да, вон лазит. Точно слева? Блять, сука, ярк, суки, блять. Пидорасы, блять, вот на очереди, сука, вот это гандоны, блять, ставят нахуй. Бля, я не попал, нахуй. Ебаная очередь, блять. Вот ты умер, что ли? Нет, блять, я его не убил просто. Ты хрен. Блять, работает по мне, блять. Иди сюда, блять, Сань, блядь. Дайди сюда быстрее. Подсади меня. Все окна он там выглядывает. С западной стороны, вы, блядь, и вот эти окна, вижу, блядь, спортзал. Чекай. Готов, по-моему. Да, скорее всего, сдох. Я видел крови кучу. Ну, сап, бич. Давай я сейчас подбегу, гранату кину ему. Давай. Ты живой, Юр? Да, да.